Краснодар. Мы идем туда, потому что сегодня там будет открытая тренировка нашей команды футбольной краснодарской. И мы еще ни разу не были на стадионе Краснодар. И я надеюсь, что тренировка будет там. Не где-нибудь на полях, а прямо вот на стадионе. Это очень крутой стадион. Там проходил чемпионат мира по футболу. Если кто знает и смотрел, и следит, еще в этом стадионе... Разве там туда не было? Было. Было? Не было. Как? Не было. Один матч там был, перенесли его, там что-то из-за непогоды, по-моему. Ну, а мне кажется, что был. Ну, не знаю, не буду спорить, но точно, что там было, это там снимался... Снимался фильм с этим, как его зовут там? Тренер это фильм, а как его этого красавчика зовут? Которого? Ну, вот этого главного героя. Как? Больше по актрисам, по героям. Ну, как его зовут? Как зовут этого, который снимался в фильме тренер? Вот такой красавчик. Блин, забыла. Назови его красавчик. Красавчик. Кто помнит, кто смотрел фильм «Тренер»? Вот он, стадион. Мы сейчас туда идем. И это, кстати, бесплатно. Мы хотим посмотреть. Надеюсь, что там будет все вот эта иллюминация, которая там обычно включается. И оставайтесь с нами, посмотрим вместе на стадион. Все так серьезно, смотри, пропускное. Сейчас сумочку будет смотреть. Пожалуйста, в крайнюю, девушки. А, хорошо. Девушки в крайнюю очередь. О, сюда можно? Первый раз мы идем на стадион, так классно, мне такое предвкушение, такой громадный. Интересно, много сейчас там народу? На заход немного, я думала, будет больше. Тут даже телевидение есть. Они нас снимают, а мы их. Заставили крышку снять с бутылки или вообще просто оставить бутылку, но я оставила крышку. Вау! Вот здесь кафеха. Все голодные сразу побежали покупать. Надо, наверное, водичку нам тоже купить. Ой, у меня сейчас голова закружится. Какой большой. Народу, слушай, много. Будем брать попкорн. Много народу. Они, наверное, не пускают дальше. Надо абонемент купить. Какой абонемент? На что? На матч. Зачем? Сейчас не матч. Ходить, смотреть. А, годовой абонемент? Давай начнем с бесплатной тренировки. Посмотри, как будет стадион. Слушай, надо занять место себе, друзьям нашим новым. Пойдем вон туда в бок, посмотрим. О! Краснодар! Краснодар!
Тут не занято, девочки. Извините. Поливают травочку. А вот там вот, видите, где вот написано вот это все, это потом вот когда гол или когда счет показывают, прямо иллюминация загорается, и вот тут бегущей строкой все очень красиво бегает. Но вряд ли это сегодня включат. И открытое небо. Хоть бы дождя не было, то как раз сегодня. Ну хорошо, что наоборот не жарко сегодня. Привет, Краснодар! Привет, Бэги! Давайте все вместе, громче, дружно! Ну, это тоже не последняя фраза, да, которая звучала следующим образом. Вперед, Бэги! Мы репетируем, потому что здесь Бэги совсем скоро появятся. Основная сила быков уже здесь. Я начинаю, вы продолжаете. Давайте, друзья! Вперед, Бэги! Вперед, Бэги! Громче! Вперед, Бэги! Вперед, Бэги! Так, теперь кричат те, у кого есть абонементы. На раз, два, три. Вперед, Бэги! Вперед, Бэги! Ну, слушайте, это почти все люди, которые здесь есть, и это очень здорово. Продолжаем побивать рекорды. Сегодня кассы, вот которые находятся совсем-совсем недалеко, работают до 20 часов 30 минут. То есть после того, как закончится открытая тренировка, можно сходить и взять себе как раз абонемент.
Такая была генеральная репетиция тех аплодисментов, которые мы будем дарить. Дарить новичкам, дарить тем ребятам, которых уже знаем. Давайте еще раз все вместе, дружно, хором, с аплодисментами, с криком. Вперед! Вперед! Краснодар! Краснодар! Итак, друзья, встречайте! Команда 2019-2020 футбольный клуб «Краснодар»! Прошлый сезон был для нас достаточно успешный, и это все благодаря вам, благодаря вашей поддержке. Вы рисовали много красивых баннеров, постоянно поддерживали нас, заполняя практически в каждом матче полностью стадион, и без вас мы не могли бы добиться того, чего мы добились. Этот год для нас будет очень сложным. Много произошло в команде изменений, но есть уверенность, что вместе с вами мы сможем сделать шаг вперед и добиться много нового. За то, что нас постоянно поддерживали, нам было очень приятно смотреть на полный стадион. Вот. Спасибо, что были вместе с нами весь год. Мы постараемся в следующем сезоне вас чаще радовать. Вперед, Краснодар! Вперед, Маки! Ну что ж, друзья, давайте еще раз покажем этим ребятам, как мы их любим все вместе. Кто вы? Кто вы? Кто вы? Кто вы? Кто вы? Краснодар! Ну а сейчас, друзья, открытая тренировка, и игроки будут заниматься, а мы, конечно же, будем их поддерживать аплодисментами, криками, шумом. Вперед, Маки! Громче. Я поражен. Поражен стадионом. Космос. Да, классное. По мировым стандартам стадион построен. Не только снаружи он красив, но и внутри. Горжусь. Горжусь, страна. По пенальти, да? Или даже еще похлеще, по-моему, там нету 11, там, по-моему, поменьше. Видишь, как мы классно сели, все возле нас происходит. В общем, мы насладились уже стадионом Краснодар. Пошла что-то, все, заплатил, выносит стаканы. Я говорю, бутылки давай. Она говорит, нет, нельзя. Я говорю, я что-то в холодильнике стоит. Реклама. Я еще с концертом должен ходить.
Ой, а здесь какой вид! Ой, как красиво! Здесь тоже надо пофоткаться. Все фоткаются. Сейчас в Краснодаре. Стадион Краснодар – это главное место для фотографирования. Здесь начали уже строить новую очередь. Говорят, что там будет что-то водное, гидропарк какой-то с водными горками или просто какие-то фонтанчики. Ну, в общем, достраивают, убрали футбольные поля. Там дети раньше занимались, сейчас теперь их перенесли куда-то там в другое место за стадион. А здесь теперь будут достраивать парк еще. Класс!